Вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. У цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої проблемам здоров'я людини. За медичним календарем лютий місяць більшою мірою акцентований на проблеми онкозахворювань. Сьогодні, зокрема, ми поговоримо про ситуацію, яка склалася навколо захворювань молочних залоз. У нашій студії у якості експерта лікар-хірург-онколог, завідувач мамологічного відділення Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, заслужений лікар України Василь Іванович Запухляк. Василь Іванович, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Шановні друзі, знову хочу звернутися до вас. Нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Протягом 26 хвилин ви маєте можливість поставити своє запитання за номером, який ось саме зараз є на ваших екранах. Телефонуйте, ми чекаємо на спілкування з вами. Василь Іванович, я зараз хочу звернутися до статистики загальної по Україні. Щодня в 50 жінок в Україні діагностується рак молочної залози. Кожен місяць від цього захворювання вмирає близько 750 жінок. Ситуація дуже загрожуюча насправді. Яка ситуація склалася саме в нашій області? Да. Дійсно, ми вже неоднократно виступаємо в цій студії і говоримо о такій важливій проблемі. Проблема для жінки – це дуже огромна. Вона вже вийшла за рамки медичної проблеми. Це стало вообще социальная такая. Вот. Заболеваемость, к сожалению, растет опухоли молочной железы. И, к сожалению, самая большая смертность от этой патологии среди женского населения от онкопатологии. Вот. Если говорить конкретно, Николаевская область занимает и, в принципе, входит в тройку областей с самой большой заболеваемостью. И если говорить конкретно за 2015 год 80 случаев на 100 тысяч населения, то считается очень большая заболеваемость. Если по Украине, в среднем по Украине, это 64,2 на 100 тысяч населения. Вот. Вы сказали, 50 женщин регистрируются каждые сутки с этой патологией, и где-то половина, 24-25 человек, умирает, к сожалению, от этой патологии. Да, серьезная статистика, и на самом деле хочется разобраться, во всяком случае, хотя бы из того, что на сегодняшний день, что мы имеем. Василий Иванович, вы очень опытный человек, многие николаевцы вас знают, жители области вас знают, и приезжают к вам и за советом, и, собственно говоря, за руководством и действием. Вот за тот многолетний опыт, который есть у вас лично, как вы видите, как меняется ситуация в лечении, в диагностике относительно заболеваний молочной железы? Ну, к сожалению, на заболеваемость сейчас ученые, исследователи, врачи не могут практически влиять. Вот, хотя причины, мы еще поговорим о причинах и первичных причинах, но мы можем влиять на раннюю диагностику. Это основной сейчас путь. Действительно, стержень проблемы – это ранняя диагностика. Чем ранее выявлен случай рака молочной железы, тем эффективнее он лечится, прогноз благоприятный. Считается начальная стадия, это первая стадия, если или нулевая стадия выявлена, 95-98% это излечивается от рака молочной железы. Вот. Ну, если говорить о причинах, мы должны о них говорить, потому что это путь профилактики рака. Конечно же, мы поговорим о причинах, да. Но вы, вот лично, ваша точка зрения, вы очень опытный человек. Как вы считаете, вот что изменилось в подходах к лечению, к диагностике за это долгое время? Потому что я знаю, что у вас стаж практически 30 лет, может быть, даже больше. Да, действительно, совершенствуются методы диагностики. Вот методы диагностики, особенно инструментальная диагностика, вы знаете, что сейчас ведущий метод, он уже давно является, это маммографический метод. Вот, усовершенствованные методы лечения, сейчас ранее выявленные формы, они очень успешно лечатся и лечатся путем сохранения молочной железы. Это очень важно для женщины, так как молочная железа – это не только орган для кормления, но это и символ женственности, символ красоты, который воспет поэтами, художниками. Поэтому для женщины это имеет огромное значение. И является основная причина несвоевременного обращения – это страх перед лечением. Но я должен здесь сказать, что действительно своевременное обращение – это является путь к эффективному лечению, своевременному лечению и
успешному лечению. Конечно. И действительно, за это время, извините, за это время вот, поменялись подходы. Очень много методик лечения, очень много эффективных препаратов сейчас есть, которые успешно лечатся. Как правило, лечение проводится комплексным методом. Основное – это хирургический метод. И дополняется лекарственным химиотерапевтическим методом, лучевым методом лечения. То есть в комплексе проводится такое лечение. Вот. Ну и действительно, сейчас возможности появились даже вот такие наследственные раки молочной железы, вот, определяют лабораторным путем. Вот вы знаете случай Анджелины Джоли, да, которая является ярким примером. Этого она определила то, что унаследована у нее такая причина гены, мутация генов, и провели такую успешную операцию. Это профилактическая мастектомия с пластикой молочных желез. Это говорит о каких достижениях сейчас и возможностях науки и подходах к этой проблеме. Василий Иванович, а обращаются ли украинские онкохирурги, маммологи к европейскому опыту лечения данных заболеваний? Да, сейчас нет границ, и, в принципе, мы, врачи, информацию получают постоянно через интернет. Врачи, многие, мы ездим за границы, и стажировки, и конференции. Мы пользуемся всеми этими методами, и, в принципе, стандарты мировые, они успешно, их можно выполнять. Единственное, что это, конечно, материальное. Финансирование, которое, да, не дает возможности в некоторых случаях проводить адекватное лечение, лекарственное лечение и оказать те стандарты, провести, которые положено проводить при тех. Но все методы, все методики, они отработаны, они успешно применяются. И если своевременно диагностирован рак молочной железы, он успешно лечится и проводится лечение в наших условиях. Итак, давайте пошагово разберем ситуацию изначально. Каковы же причины на сегодня возникновения рака молочной железы? Да, ну, причины, конечно, одной причины нет. Здесь мы говорим о факторах риска. И главный фактор риска – это возраст женщины, возраст и пол человека. Ну, мужчины тоже болеют раком грудной железы в 100 раз меньше по статистике. Вот, а женщины болеют чаще всего это после 40-летнего возраста. Вот 40 до 65 лет – это является возраст пика, когда идет такая самая большая заболеваемость раком молочной железы. Поэтому, в принципе, все обследования, профилактические осмотры и вот эти скрининговые программы, так называемые, инструментальные, они нацелены на этот возраст, которые должны обязательно проходить обследования после 40 лет женщины. А с чем это связано? Почему именно в 40 лет такой всплеск? Ну, связано, исследователи объясняют это тем, что идет такая гормональная перестройка, и реактивность организма женщины изменяется в таком направлении, что дает возможность развиваться опухолевым процессом эпителия ткани молочной железы, именно является гормональная перестройка гормона, которые являются, конечно, методом, ведущую роль играет в возникновении рака молочной железы. Вот. Поэтому возраст – это… Критический, да? Да. Следующая причина – это, конечно, гормональные причины. Гормональные причины, которые – это внутренние гормоны и внешние гормоны, которые принимает женщина. Ну, внутренние гормоны, все эндокринные органы имеют отношение к молочной железе. В первую очередь это яичники, это надпочечник, гипофиз, щитовидная железа. Вот, вот их дисбаланс, их нарушение функции отрицательное влияние имеет на молочную железу. Вот, женщины принимают много сейчас гормональных препаратов с целью контрацепции и с целью заместительной гормональной терапии при климактерических состояниях. Вот, они, в принципе, если специалист назначает, они показаны, их надо принимать. Единственное, что исследователи нацелили, что длительный прием может вызывать пролиферации и опухоли процесса молочной железы. Поэтому надо консультироваться. Контролировать ситуацию. Да.
Вот. Следующая и очень важная причина, о которой мы уже говорили, это наследственность, конечно. Наследственность, особенно по первой линии, это по материнской линии. И мы в своей практике очень часто встречали случаи, когда мать, дочь или сестры даже одновременно лечились и проводили лечение по поводу рака молочной железы. Но сейчас мы говорим, что лабораторным путем даже определяет мутацию гена BRCA1, BRCA2, так называемый, который дает возможность диагностировать вот такую склонность к раку молочной железы. Когда это лучше сделать, вот такую диагностику? Ну, эту диагностику обычно ставят показания врачи, которые, если они изучают семейный анамнез, и если выявляют такие в анамнезе при опросе, значит, они должны консультировать и ориентировать женщину на проведение такого исследования. Вот. Следующая причина – это такие фоновые заболевания женщины. Фоновые заболевания сюда очень много относятся. Это дисгормональных состояний, заболевания щитовидной железы, о которых мы говорили, печени, сахарный диабет, заболевания гинекологических органов, воспалительные процессы, миомы матки, эндометриозы, значит, тоже имеют отношение к развитию опухолевых процессов молочной железы. Вот, травмы являются причиной. Вот, даже белье женщины имеет отношение и является тоже профилактикой развития рака молочной железы. То есть белье, в данном случае лифчик, если говорить, он должен быть подобран по размеру, он не должен нигде сдавливать, он не должен нигде перетягивать. Значит, комфортное состояние. Да, комфортное. Белье должно быть хлопчатое, желательно. Не должно иметь эти прослойки. Парящего эффекта не должно быть. Должны быть бретельки обязательно. Вот. И ни в коем случае белье не спать, не ночью снимать белье для того, чтобы молочные железы не перетягивались, не возникало никаких механических таких препятствий. Вот. И, конечно, имеет значение питание женщины. Питание женщины, сейчас очень много работ появилось. Вот, и говорят много о красном мясе, мясо свинины, говядины, баранины. Значит, заменить лучше белым мясом. Белок курять. Должен быть. Да. Значит, и морепродукты, рыба, вот, фасоль, ну, короче, овощи, фрукты побольше должны применяться. В всяком случае, об этом говорят. Если взять географию рака молочной железы в мире, вот, американцы в 80 раз чаще болеют раком молочной железы, чем японцы, которые, в принципе, считаются основой то, что питание, и объясняют исследователи этот путь возникновения рака. Угу. Вот. Поэтому следующий путь, можно сказать, профилактики – это потребление алкоголя. При потреблении алкоголя повышается уровень гормонов, половых гормонов, которые являются причиной возникновения рака. Следующий – это спорт, движение, физические упражнения, особенно это утренняя гимнастика. Она не заменит женщины, это фитнес-клубы. Она нормализует гормональный баланс, она реактивность организма поддерживает. Вот. И является мощным таким профилактическим моментом. Василий Иванович, вот все факторы, о которых вы рассказали, собственно говоря, мне кажется, что каждая женщина об этом знает. Тем не менее, возникает определенная проблема и возникает ситуация паники, скорее всего. И самое зараз, шановні друзі, я до вас хочу звернутися, що ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки і на ваше ставлення до проблеми, про яку сьогодні ми говоримо. Телефон саме зараз у вас на екранах. Ми говоримо про причини виникнення онкологічного захворювання молочних залоз і про варіанти подальшого і правильного лікування, і поведінки кожної жінки, яка, не дай Боже, потрапила у цю ситуацію. Василь Іванович, так от, наприклад, как женщина воспринимает вот факт заболевания, например, своего? Ведь здесь психологически очень сложно смириться с этим. Тем не менее, когда вот вы заявляете о том, о причинах, они понимают, что в каких-то моментах просто что-то не было проделано правильно или не вовремя обратились?
Анализ да. происходит ситуации? Спасибо за вопрос. Действительно, основная причина запущенных случаев – это несвоевременное обращение женщин за консультативной помощью. Вот, действительно, женщины часто видят все изменения в молочной железе, вот, часто видят узловые образования, но боятся обращаться. Боятся, все-таки паника. Основная причина – это боязнь, что страх. Она потеряет и грудь, она, в принципе, боится лечебных этих воздействий, хирургического воздействия и химиотерапевтического воздействия. Поэтому я должен сказать, что, в принципе, раннее выявление опухоли процесса молочной железы – это путь к эффективному лечению и путь к выздоровлению. Да, Василий Иванович, шанс. Я извиняюсь, да. у нас на связи есть зритель, давайте да. выслушаем. Алло, мы вас слушаем, будь ласка, говорите. Алло. Доброго дня. Добрый день. Ваше запитание. Можно вам, Василий Иванович, вопрос задать? Вот гинеколог направил меня сделать маммографию, да, правильно называется? Маммография. Фиброзно-липоматозные изменения в груди. Вот. И вот меня интересует вопрос, платно или бесплатно, и где можно это сделать? Потому что в нашей четвертой поликлинике нету, негде сделать. Так, спасибо большое за ваш вопрос. Давайте проговорим, какие... Да. Спасибо за вопрос. Действительно, ну, маммография – важный метод диагностики, но показания для маммографии ставит онколог-мамолог. Вот, поэтому, в принципе, вы должны обратиться за консультацией к нам. У нас два кабинета консультируют, 13 и 15 кабинеты поликлиники. Мы всех никому не отказываем в консультациях. И мы должны посмотреть показания для маммографии. Потому что маммография – это не безразличный метод. Это рентгеновский метод и лучевое воздействие на молочную железу, на организм женщины. Вот, поэтому должен посмотреть клиницист. Возраст женщины, какие показания. Вот, если что, значит, проведем по показаниям те обследования, которые показаны в данном конкретном случае. Да, маммография у нас, скрининговая программа сейчас, что такое скрининговая программа? Это массовое обследование населения. Угу. Вот, мы не имеем возможности проводить, потому что это надо иметь очень большое количество этих маммографических установок, которые нереально сейчас говорить о них. И доступность этой специалисты, рентгенологи должны подготовлены, как это делается в западных странах. Но диагностическую, то есть по показаниям маммографию, могут провести и ультразвуковой метод диагностики, который по показаниям можно проводить. Василий Иванович, да. Чем отличается, например, УЗИ-исследование от маммографии? УЗИ-исследование – метод, который дополняет, они как бы дополняют друг друга, но УЗИ проводится в более раннем возрасте, это до 35-40 лет, угу. когда ткань молочной железы более плотная, и как раз УЗИ, разрешающий возможность его в данном возрасте, намного больше, чем маммография. Вот, маммография, как правило, в этом возрасте не проводится с профилактическое обследование, а проводится ультразвуковой метод диагностики. Вот. Маммография проводится, как правило, это после 40 лет. Диагностическая, это профилактическая, диагностическая может проводиться всем женщинам. Вот. Должно проводиться один раз в два года с 40-летнего возраста до 50 лет. А после 50 ежегодно должна проводиться маммография. Да. У нас є трохи часу. Ще зараз, шановні друзі, тож телефонуйте ще. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Номер телефону на ваших екранах є. Телефонуйте, не гайте часу. Василь Іванович, сьогодні ми зустрічаємося з вами теж в определенний день. Сьогодні день боротьби з дитячою онкологією. І якщо провести от, причини виникнення дитячої онкології по вашому направленню, по мамології, в чому же наслідственний фактор, це ви вже сказали, але, тим не менше, наскільки сьогодні розвито или актуальная вот эта тема детской онкологии? Да, действительно, сегодня как бы день, международный день борьбы с раком детей. Актуальный очень вопрос и направление такое, дети очень больно, когда дети болеют таким заболеванием. Дети действительно, если говорить о статистике, на 100 тысяч населения где-то 10-11 детей болеют случаев онкопатологии. У нас в области за прошедший год зарегистрировано 28 случаев. В основном это дети с онкогематологической патологией, лейкозы, опухоли головного мозга,
Вот, которые, ну, лечат специалисты онкологи детские, онкогематологи проводят лечение в таких случаях. Вот. Ну, причины, общеизвестные причины. А мамология вот в вашем направлении проявляется ли в детском возрасте? Ну, в детском возрасте это очень редко патология. У нас даже, если взять возраст женщины 20-29 лет, это очень редкие, к счастью, редко, и практически единицы случаев встречаются. Вот если взять возраст женщины 20-29 лет и 60 лет, 90 раз увеличится заболеваемость. Представляете? Да. У нас снова на связи зрители, и мы вас слушаем. Алло, вы в эфире. Доброго дня. Алло. Доброго дня, вы в эфире. Говорите, будь ласка. Здравствуйте. Я хочу еще очень поблагодарить этому человеку и его сотруднику Ольге Ивановне. Они мне 17 лет оперировали. Снегирёвки сама. Вот. И у меня была очень большая операция. Удалили мне грудь, удалили мне мышцы, удалили мне под лопаткой ногу. И я уже 17 лет прожила благодаря этим врачам, Василию Ивановичу и Ольге Ивановне, и всему персоналу. Обращайтесь и не верьте никаким бабкам. Мне тогда дети навезли всяких болеголовок, всякого лекарства, но мне Ольга Ивановна сказала: «Мешкова, хочешь жить? Слушай только...» К сожалению, спасибо, сорвался, да, звоночек. Видите, это случай, яркий такой пример, что действительно своевременное обращение, и это люди, которые уже прошли действительно этот путь, это является самым лучшим подтверждением того, что своевременное обращение является залогом и успешно действительно прогнозом для такого заболевания. 17 лет, это у нас и 20, 30, 40 лет люди наблюдаются, если своевременно обращаются. Если они действительно обращаются своевременно и проводится им своевременное лечение. Василий Иванович, у нас всего 3 минуты, но у нас опять зритель на связи. Алло, мы слушаем вас, швиденько кажите. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Василий Иванович, мне 70 лет, Любовь Ивановна. Я хочу вас спросить. Меня послал врач на УЗИ. Там написали: фиброзные гуманитивные изменения молочной железы, лимфомы обоих молочных желез. Что это значит? Ну, спасибо за вопрос. То заключение, что дали по УЗИ, фиброзные инволютивные изменения, это говорит о возрастных изменениях. Это возрастные изменения, которые идет регрессия, обратное развитие ткани молочной железы, развитие в жировую превращение ткани. Поэтому здесь требуется наблюдение. Наблюдаться надо раз в полгода после этого исследования, потом раз в год наблюдение у врача. Вот. Здесь онкопатологии нет по данному заключению, поэтому вы спокойно к этому относитесь и своевременно обращайтесь к врачам. Василий Иванович, последний вопрос, ну такой, знаете, он объемный. Как часто надо обращаться к врачам для того, чтобы контролировать свою ситуацию и понимать, что я здорова? Или если, например, поставлен диагноз, что ситуация под контролем? Да, действительно, вопрос такой, самый, можно стержневой сказать, и с 20-летнего возраста каждая женщина должна заниматься самообследованием молочной железы. То есть, в основном, все, в данном случае диагностика основная зависит от самой женщины. Вот, если она регулярно это проводит, оно должно проводиться раз в месяц, первую неделю после месячных. Вот, она простая методика, не требует никаких затрат. Вот, 2-3 минуты женщина может только на это потерять. Значит, можно провести самодиагностику и самообследование молочной железы, убедиться, что все нормально, все спокойно. Следующий путь – это ежегодный осмотр у врачей. Ежегодно у специалистов общей практики, лучше всего у врача-гинеколога или врача-мамолога. Должна женщина каждая осматриваться. И третье – это инструментальная диагностика, то, что мы говорили, до 35-40 лет ультразвуковое исследование, после 40 лет – это маммографическое исследование, раз в год ежегодно должно проводиться каждой женщине. Если какие-то изменения, если какие-то вы увидели у себя,
своевременно обращайтесь за консультацией, не бойтесь. Значит, я должен сказать, что 80% то, что находится, какие-то уплотнения, изменения, это не онкопатология. Это доброкачественные изменения. Поэтому не бойтесь, дорогие женщины, обращайтесь своевременно. Вот, и будьте здоровы и счастливы. Спасибо большое вам, что вы были с нами. Мы желаем вам крепкого здоровья. Приходите к нам обязательно еще и рассказывайте, учите, для того, чтобы на самом деле жилось здорово и счастливо. Спасибо большое. Спасибо за это. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Бережіть себе, своїх близьких. Бувайте здоровими, красивими та щасливими. І дивіться телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.